Подробный репортаж о презентации Чувашии в посольстве Индии смотрите в нашей программе завтра. А сейчас к другим темам. Минэкономразвития Чувашии опубликовал список самых низких цен на продовольственные товары по сравнению с регионами ПФО. В Чувашии на 18% ниже цена свинины по сравнению с Пермским краем. Также высокая цена в Перми зафиксирована и на яблоки. Там этот фрукт стоит почти в четверть дороже. Невысокий уровень цен отмечен на белокочанную капусту 14 рублей 60 копеек. Самая высокая в Самарской области 17,87. Картофель у нас стоит в среднем 13, в Самаре 18 рублей. Также ниже в республике цены на рыбу, кур, сахар, сметану и говядину. Дороже всех эти продукты стоят в Пермском крае. Средний уровень цен в Чувашии зафиксирован на муку, лук, рис и морковь. Татьяна Молокова, Республика.